Что-то может сдохну, нет. может Дайте нет. лапу. Пекаться? Не, не надо. Ну ладно, спекайся, ладно. У тебя там какой Не, вес ну пекать? типа, мне там 5,4. Ты что, в ДД, сейчас, что в знаешь, танке? Как можно было вычислить, Рома, негодяя? Кто первый сказал, типа, Хан, ты что там стоишь? Что ты запустил? Потому что он запустил и увидел, блядь. Короче, типа, а, блядь, ёбаный. Это вам урок раз и навсегда, что сэкономить 2 минуты на спешке, это вайпнуться и потом разойтись. А кто запустили, я прослушала. Два раза чё, нужно нажать на босса, чтобы запустить. Думаю, ты здесь? Там еще мышку приходится поднять, там даже случайно два раза не тыкнешь, приходится мышку еще вверх поднимать, вот сейчас посмотрел. Слава, ты всех персов остановил? Они хотели запятнать честь. Сколько денег вышло? Они пытались нас оклеветать. Да, у меня там были 300 бонусов. Я требую справедливости. 200 бонусов Тирион, восстановить. Позволь моим чемпионам... 50 аккаунтов, понял. Он был в любом. Перс, да? Вообще у меня 11 аккаунтов. Хорошо, да будет так. Сражайтесь. Месяц в школе не кушал, ничего. Фу, хорошо, что я варом не пошел. Я еще на ЕП этот в этом рейде на ПР врывался. А сердечко отпустило меня. Хотя он долго запускается. Видите, сколько времени вы срались за шмот. Короче, давайте, Войд будет держать Вариора. Никитосище. Смотри, Войд, ты метку Вара держишь. Никитосище, ты ДК держишь, звездочку. Видишь? ДК, запоминай его. Я, короче, буду держать кого там. Где паладин? Паладин слева. Хил, да? Паладин хил же, это хил? Да. Короче, я буду держать кружок, но мы будем кружок вторым бить. Рогу. Рогу после лока будем бить. А Этернити ты держишь квадратик. Видишь, вот там заднее, короче, хант, это твой. Первого бьем, мы бьем первого звезду. Сейчас бьем звезду. Второго мы бьем кружок. Кружок, поняли? Северус Снейп, ты тоже кого-то хочешь держать? Ну давай ты будешь шипы держать. Там он ромбик, видишь, сзади? Давайте, чек на пол. Маги, друиды, локи и ханты. Будьте, пожалуйста, максимально далеко от кружка. И вот я сейчас повешу еще от квадратика. Вот эти две метки, будьте от них далеко. Вар и Рога, они вас убить могут. Ракшас, ты здесь, братка? Короче, бьем без Ракшаса, танки подходим, стоим все здесь. ДК держит другой ДК, начинаем. Давайте, только танки, стойте, рейд. Рейд, стойте. Еще стойте, все, давайте, бейте, бьем все, в звезду играем. Беги, малышка, беги! Диспел. Кого? Пристел, я диспел по рейду, давайте, да, диспел, рост по ним. Вот, короче, провалили ДБ, тупо чарш, Рогги, маг стоит. ГП мага, да? Или паладину, который танчит рог. Давайте в кружок все играем. Кружок, кружок играем. После кружка эрдру звездочку будем играть. Короче, Рога, вот Орлангур танчит Рогу лучше, чем я. На нем Магро больше висит. Теперь эти ходы друидовские, хорошо. Прицел, лучше зайди в облик совы, ты одна сова. Типа 3,5% крита даешь ей, тут звезду играем. Типа я стан давал, хулипал. Так сова же вроде не выходит из этого хуйни, когда дает стан. Посмотри, какой стан, понял. Типа он медведевский давал. А. Давайте потом ханта вот звезду бьем, рядом стоит. Да ебать, кусал, да, ебать. Если бы РЛ гуся не ебал, то мы бы не упали.
Причем тут это там просто, ну, начало боя минус 5. Пока раздали БР, еще минус 5. Ну ты отвлекся просто. Да я не выдавал лут с босса. В смысле отвлекся? Ну никто не должен запускать. Я даже не бешусь, когда вы сурка запускаете раньше времени. Сейчас, ну, тупо. Вот выходит человек с кораблей, тыкает запустить сурка. В это время ДК НТ вылетает. Все, вайп на сурке. Давайте, спехнуться может шипаем. Любой ДДшник может спехнуться, изи-бризи. Откуда ты знаешь, что он вылетел? Он стоит. Малышка, сурок побежал, ДК нет. Откуда ты узнаешь, что бейте ромбик? Ты видишь, он был чек у тебя не подтверждает. Ты говоришь, ой, прицел спекать, я быстро шел. Так он чек. Чего, блядь? Не хочешь сказать? В смысле? Ну он чек подтвердил и вылетел. А сурок уже запущен. Правильно, чек он подтвердил. То есть, блядь, ты уже готов, ты уже стоишь на корабле, блядь. Давайте, бейте шамана в центре, вот звезда. Он вылетел после чека, блядь. Все логично. Причем здесь тот, кто запустил да боя. Все, шутки какие-нибудь расскажите, анекдоты. Ты записываешь? Да, блядь, анекдоты что-то. Фотку свою скинь, посмеемся. Ну, бомбани какой-нибудь. Вот Виталик нормальный. Ну еще, еще. Все что ли? Ну ты покажи пример, чтоб другие я просто пример, поняли. Да я, блядь. Да, мага бьем. Маг звезда в центре. Славик, а ты когда моб удалял, ты не записывал гайд, как покончить с игрой? Ну да, типа этот видос бы просмотров больше всего собрал. Как ты персов, тупо вот десятых персов удаляешь в Warcraft. И канал на ютубе, и выкладываешь куда-нибудь там, ну, на форум видео. Давайте, холи-палы, бейте в центре. Так еще не поздно повторить. Так теперь по 300 бонусов нет. Да мне кажется, и до этого не было. Конечно, не было. Да не было, конечно. Жена платья хотела, а Войт персон. Сказал, давайте, что на Алиэкспресс там чехлов заказал. А сколько, ну, сколько стоит восстановление? 300 бонусов или 200? Чё Войт говорит? 200. Ну вот смотрите, 200, 2 вара, ДК, друид, лок и приз 6,62, 1200. Да еще не так много. А рога еще. Твоя месячная зарплата, нормально. 1400. То мы все чемпионы. Один труп, и то, короче, ну. Я бы сказал, что это мой косяк был, потому что я на расслабоне мне просто. А так бы убили без смертей чемпиона. Ты чё? Ты чё? Мразот. Тут если бы мы сделали ачивку, устойчивость решает. Не, я в норме делаю сами. Какая разница, где я делаю? Еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Черепец, она стоит 15 этих, по-моему. Пожалуйста, не запускайте босса. Дайте бафы Shadow Morn. Отрезайте ману, а я пошел на свидание с самогоном. Типа в туалет пошел, Раша, если ты не понял шутки. Почему ему так нравится гусей ебать? Роме? Ну да. Не знаю, да. Он же сказал, запускайте босса, да, или мне послышалось? Он сказал, не запускайте. А, значит, мне послышалось. Короче, весь рейд. Серсея, Юси, что у вас не так? Весь рейд. Берем белую воронку и бьем правую валькиру. Шаманы не услышат. Черную воронку. Я не знаю. Если надо будет переключаться, я надеюсь, ДБМ напишет. Если он не напишет, то извините. Игрушка. Мрточки. Я запустил.
уважаемых вальгир. Захиливайте, пожалуйста, все хорошо, и постарайтесь подальше от левой стоять, потому что она срывается все время с прото-паладина. Я просто, для меня валькира это самый сложный босс вообще в контенте, но не считая всяких там Наксармас, Ольду, потому что я тут не знаю тактику. Так тут не правильно работает. Давайте, на счет 3 начинаем. А мне надо менять, ну, когда она цвет меняет? Нет. Раз, два, три, поехали. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. А, она срывается, потому что у них агро вообще. Так, можно же напулить одну. Нельзя. Вторая должна пулиться. Дебил, какая воронка? Ти черная, я верю в Войда. Да он не шарит. Летать прими. На последней секунде успеет. Рел такси, короче. Ну и ВК не мой, короче. Ну ты собрал чисто, чтобы тебе плащ надо было забраться. Да, да, так, да. Проебай, ну. Набивайте. Не, ну в смысле, вайп-то не мой. Выбор, выбор, выбор. Прикинь, этот за трофей ГП предлагает аддон начислить. Давайте игрушки ГП накидаем. Давай. Вай, в каком месте ты выбор тут увидел? Это был рофл, если ты не понял. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы он же видео записывал, что не понимаешь? Серебряного авангарда. Вы вместе нанесем... Ты понял, ну типа шутка для видоса была, да? Какие видосы, такие шутки. А потом мне, я вот придумал тебе новый контент. Ты, короче, будешь, как этот, бьюти-блогер, типа, блядь, ходить во все инсты, где есть сундуки, короче, и в конце дня... Что лежит в моей сумке. Да-да-да. И, блядь. И потом в парикмахерской. Это не бьюти-блогеры, это всякие школьницы делают. В смысле, они по 20 миллионов он в месяц зарабатывают. Больно. Ну не в месяц, в этот квартал, в 3 месяца, короче. Вон это опубликовали ж доходы блогеров этих, там Саша Спилберг 26 миллионов за 3 месяца доход. Видосы снимает про сумку, короче, что лежит в моей сумке. Где найти такую? Рома, ты не разбился? Не, Лёв. Спасибо тебе, что ты меня страхуешь. Ну, я так переживал. Нет, Лёх, его все лишь в детстве уронили, вот, и все. Короче, буду сам танчить жуков. Не спешите, пожалуйста, их бить. Я буду говорить, когда в жуков свечится. Быстренько босса переводим все эти... А что, кстати, он ползать там не начал с обновой нормально?
Не-не, нормально, не начал ползать. Да ну, сядь, тогда. Ты там, один вытанчишь пятерых жуков, Рома? Конечно. Можешь подконтролить последний? Не, не. Ракшас. Ты здесь, подходите ближе к боссу, сейчас пулить будем, Ракшас. А то будет как на этом, на бессмертии, блядь, у Виталика. Ракшас. Все готовы? На счет 3 войд начинает. 1, 2, 3, поехали. Слышь, прицел. А прицел? Чё тебе надо? А, бля, забей. Встаньте ли кучней, пожалуйста, босс, потому что я стесняюсь. Давайте, бьем жуков. Чуть позже их начинать тибить, я ближе к боссу буду доводить, это сейчас что-то не довел. На ответственность чувств. Давайте, бьем жуков. Где? Спасибо, Рома. Спасибо. О, вы только хильте меня. Породистый, забеги куда-то на лед, братка. Породистый, забеги на лед, куда ты бежишь? Хорошо. Ну так себе ты забежал, ну ладно. Чуть 4 человек не убило. Мы как в адептах делали эту ачивку на жуков. Помнишь, Рома? В угол, не, в угол такое не делали. В угол залезали туда. В угол, Лёха, помнишь, там залезали? Делали, делали. На этих жуков, на белых? Да. А я не делал. Я с пугами её получил. Ну и рак. Соло танчил, причем там протопал был вообще дно просто. И он сдох еще от больших жуков в какой-то момент, и я соло вот этих держал. А, я понял. Джейминик, да? Нет, Джейми, нормально, пацан. Давайте жука уводим отсюда. Вали его туда, будет подальше. Хотя можно, короче, я так думал, типа танчить с одной стороны, где жуки эти. Быстрее, кучнее станьте, не могу жуков забрать. Вы подолавать там, но объебашился, что-то быстрее бегает. Давайте, бьем жуков все последний раз. Китос еще, у тебя вурдалак забагал, смотри, он там свою борьбу ищет. Давайте, вливаем в босса, как только фаза начнется, сразу рост. Прицел, залей серсей мана. Давайте, рост. Все было круто, кроме одного известного косяка. Одна смерть у нас была на чемпиона, да? Да какой плач 49 попыток? Не лутайте, не лутайте, Рома заходит. Если вам нужен какой-то лут, напишите, пожалуйста, игрушки. Плач можно, Рома? На РТД?